Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Мигу. Новая серия оценки каналов подписчиков, четвертый уже выпуск. Я сейчас объясню, почему так происходит, потому что снимать что-то другое у меня нет вариантов, точнее есть, но что-то сегодня не потянуло меня на этот вариант. Второе, калибровка в КС, у меня сейчас вообще в последнее время нет абсолютно желания играть в КС, поэтому калибровки тоже нет из-за этого. Ну и третье, я пообещал просто уже вот одному из людей, которых сегодня буду оценивать, что вот эта оценка будет в ближайшее время. Поэтому надо выполнять свое обещание. Поэтому четвертый выпуск оценки каналов подписчиков. С 15 лайков вы не справились. Но давайте мы сделаем с вами так. 10 лайков гарантированно дают новое видео. Что оценки каналов, что просто любое, да? Но вот применительно к оценке каналов давайте вот так. Плюс 2 лайка еще сверху к 10. Это плюс 1 человек на разбор. То есть, если будет 10 лайков, будет разбор только одного человека. Если будет 12 лайков, 2 человека, 14, 3 человека, 16, 4 и так далее, в зависимости от того, сколько вы наберете. Поэтому все зависит от вас. Если хотите увеличить вероятность попадания себя в видео, то влепите лайк. Ну и, естественно, поскорее, чтобы видео вышло. В общем, начинаем мы оценочку с канала «Футбольный Лайт». Вот такое оформление, поле, все хорошо, но маленькие претензии. Надо хотя бы здесь написать, что здесь, типа, футбольный лайт. Где-нибудь тут как-нибудь красиво оформить и написать футбольный лайт, название канала, а то шапка не очень понятная. В принципе, аватарка есть, в принципе, тут написано, все хорошо с этим. Дальше. Главная страница. На главной только все видео, ну и такой трейлер, да? Так что тут тоже минус полбалла. Здесь минус и здесь минус. Но по полбалла. В принципе, превьюшки, ну, более-менее они хорошие. Ладно, тут придираться не будем. Более-менее нормальные превьюшки, в принципе. Дальше. Плейлисты. Плейлистов нет. Они очень нужны. Хотя я, конечно, пытаюсь как-то посмотреть, что тут у тебя есть, чтобы... Ну, новости футбола, например, в отдельную, Ливерпуль, вот, например, тренировка Сити, Ливерпуль, Спартак, вот это все добавить в другой плейлист. Короче, сделать плейлистов, я думаю, тут не составит труда придумать, какой и где. Описание есть, это круто. 30 марта 2020 года канал прям совсем свеженький, но не свежее моего второго канала Мигу FIFA, который появился на свет где-то числа 6 апреля, что ли, которому как раз 2 месяца исполняется сегодня, прям... Хорошо, хорошо. Так, теперь видео. Ну, короче, да, тут фотки под музыку. Качество нормальное, качество 1080p. Тут фотки, так что тут не особо играет роль 60 FPS или нет. Поэтому, в принципе, нормально. Описание коротенькое. Коротенькое. Можно было еще докинуть, например, свои... Как с тобой связаться можно, всякие ВК, Инстаграм, что-нибудь такое. Отделить еще. Внизу еще можно написать было свое описание сюда. Короче, сделать побольше описание. Побольше. Ну, в принципе, по оценке тегов я смотрю, все хорошо. Их маловато, да, но в принципе я не буду придираться здесь к тегам. В принципе, все хорошо. Раз оценка 43, значит, это более-менее неплохо. Потому что вот не было бы у меня ранжированных тегов, да, у меня тоже было где-нибудь 45 постоянно. Поэтому... Нормально. Ну да, в принципе, давайте считать убытки. Шапка без надписи, минус балл. Главная страница канала не очень, еще минус полбалла. И нет плейлистов совсем, минус еще балл. То есть минус 2,5 балла, итого 7,5 оценка футбольного лайта. В принципе, вот поработаем над тем, что я сказал, и будет все топчик. А, извините, описание минус 1. Ну, 7, ладно. 7. Ну, я думаю, никто на меня обижаться не будет, но я пытаюсь разобрать по фактам и так далее. Поэтому без обид сразу всем. Короче, футбольный лайт, оценка 7. Следующий товарищ Сергей Сапранцов. Извини, если неправильно прочитал фамилию. Так, ну, прикольная достаточно шапочка, аватарка Сергей, ну ладно, тут придираться не буду.
Превьюшки классные, в принципе, они достаточно шикарные превьюшки, тут вообще нет никаких нареканий в эту сторону. Главная страница канала есть, плейлист есть, видео есть, популярные есть, это замечательно. Здесь много плейлистов, хорошо. О канале есть, нормально, не буду говорить, что мало, нормально, все хорошо. Прикиньте. Вот мне интересно, на каком выпуске найдется человек, у которого оценка будет 10, у которого ни единого нарекания будет. Мне прям даже интересно посмотреть. Всем здорово, народ, с вами как всегда Серега, и сегодня на моем канале стартует интересная новая. Звук хороший, шумы нормально, в принципе не сильно давят. 1080p, качество хорошее, я бы еще 60 FPS сюда впихнул бы, и вообще будет топчик. Описание, ну, в принципе, есть, но я бы на том месте еще мог, знаешь, что сделать? Как бы кратенько, в несколько предложений, без спойлеров, как бы написать описание. Типа, вот в этом видео мы делаем тролливали, например, повторяем самые жесткие голы, что-то там еще, да, мы потратили много сил, времени, что-нибудь такое, да. Это должно заслужить ваши лайки и подписки, и там, представляешь, поудобнее, приятного просмотра. Вот что-то в этом духе, короче, такое можно еще написать будет, и вообще будет идеально. А так, в принципе, нормально. Каналы есть, ВК есть, Инста есть, группа ВК есть, поэтому даже полбалла снимать не буду. Теги. О! Я думал, неужели все идеально будет? Не, а тегов-то нет. Я думал, реально, это пусть это будет идеально. И вот на четвертом выпуске наконец нашелся идеальный человек, у которого канал идеален. Не, а нет, не в этот раз. Тегов нет вообще. От слова совсем. Я не буду говорить, что это плохо. Вот как бы даже смотри, теги вообще нет. Описание, видишь? Пишет тебе слишком коротко, и вот я об этом же, я, правда, не буду даже поувал за это снимать, но, в принципе, имей в виду, вот то, что я тебе выше сказал насчет тегов, вот, и описание применяй. Тегов нет, ну, все, минус, минус, до свидания, но, в принципе-то, осталось, получается, 9 из 10 оценок. Поехали. Сегодня я рекомендую к просмотру канал Мастер Дэн, парень только... Так. Ну, в принципе, неплохо, в принципе. Итак, народ, собственно, после длительных попыток, да, вот так вот. Да, неплохо, неплохо. Ну, в общем, оценочка Сергея Сапранцова 9. Подвели теги, было бы десятка, реально. И давайте так, вот, я, конечно, даю вам сейчас мотивацию, чтобы кто хочет оценки каналов, да, вы посмотрите вот все эти предыдущие 4 видео, и вы поймете, что я всегда требую, да, и вы можете успеть до оценки каналов привести свои каналы в идеальное состояние. Поэтому даже это может быть нечестно, давайте так. Тем, кто в видео моем по оценке каналов наберет 10 из 10, получит от меня бесплатный пиар, а вот как я буду думать. Типа, либо в начале видео следующего, которое не относится к оценке каналов, либо отдельным видео. Я об этом еще пока буду думать. Повторюсь еще раз, Сергей Сапранцов, оценочка 9. И, в принципе, на этом все. Потому что вот 12 лайков вы набрали, соответственно, 2 человека на оценочку прилетело. Хотите больше, чтобы было народ на оценке? Ну, лайки и все, и все будет. В общем, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Миго. До скорой встречи и пока-пока.